Игорь Николаевич, еще раз скажите, что здесь написано, и стих просите еще. Санни бич. Да, это что означает? Солнечный... На солнечном пляже в июле в оранжево-красных трусах шептал он девчонкам шалуньи, срывая бутоны в кустах. Браво, браво, браво. Вот. Вы это в книжном деле? Да, я понимаю. Доченька, как ваша? Нормально, кто? Ну так, когда надо, то понимаешь. Вот это вот один электрод, а вот эта оболочка второй электрод. Называется чрезкожный электронейростимулятор. Противоболевой. Боль снимает за одну минуту. Потому что вот эта частота, которую Шахов придумал, 10 Гц, совпадает с альфа-ритмом мозга. Совпадает, синхронизируется. Вот так включается. Ну, здесь 10 Гц. Вот здесь, если приставить к больному месту, вот, допустим, ударился и болит. Приставил, начинаю вот так вот увеличивать. Вот, уже ток пошел. Так, и держу одну минуту. И боль перестает. Противоболевой. Вот это мы сейчас поставим на спинку. И через минуту боли не будет.